Живе Беларусь! Слава белорусским героям! Андрею Зельцеру, Роману Бондаренко и всем героям, имена которых, увы, мы не знаем. И вот и в МВД заявили, что с начала 2021 года якобы было зафиксировано 2000 преступлений против работников МВД. В эти преступления якобы входят оскорбления при исполнении, просто оскорбления работников МВД и якобы даже факты насилия над работниками МВД. И вот, как вы считаете, когда в стране приводится вот такой вот перечень якобы преступлений против работников МВД, почему не приводится такой же список, когда работники МВД просто пытали, унижали, оскорбляли, совершали преступления и тому подобное? Это не приводится потому, что якобы не расследуются эти преступления, или просто потому, что они известны, но если проанализировать эти якобы 2000 преступлений и те, которые совершили работники в форме, это небо и земля. Я считаю, что преступления, которые совершают милиционеры, ОМОНовцы и тому подобное, несравненно больше и заслуживают большего наказания, чем когда люди обычные просто высказывают свое мнение против этих упырей в форме. Это мое такое субъективное мнение. Мнение простого человека.